Потребовалось целая неделя, чтобы отметить все достойные семьи, которые проживают в Ивановской области и могут служить примером для каждого. Итоговое торжество, посвященное Дню семьи, любви и верности, состоялось в пятницу в филармонии. Зал окутан ароматом полевых цветов, венки и букеты здесь повсюду. Ромашка – символ доброты и любви. Награды в этот день получили победители конкурса «Семья года». Отдельно были вручены медали «За любовь и верность». Станислав и Светлана недавно отметили коралловую свадьбу. Они вместе 35 лет. Познакомились в пионерском лагере. Она работала там музыкальным руководителем, а он был в отряде футболистов. Приходил к ней на репетиции. Так больше и не расставались. Быть мудрым и любить друг друга. Я так думаю, что это постоянная работа. И прощать. Семья – это работа и над собой, и над отношениями. Терпеть, прощать, правильно, уметь прощать. Гордыню свою нужно, в общем-то, отставить далеко-далеко. Если хочешь быть счастливым, если хочешь вместе с этим человеком жить, тогда нужно поступиться своей гордыней.